Welcome, everybody. We'll start some questions now. That's all we have time for today, thank you. Не завидую я болельщикам на трибунах Энфилда. Погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет непростым для обеих команд. Комментарий к матчу сегодня в исполнении Георгия Черданцева и Константина Генича. Начинается сегодня футбольный сезон в Англии. Первый тур премьер-лиги мы смотрим в прямой трансляции. Это Ливерпуль против Норвич-Сити. Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе и около стадиона. Как будто снова весна началась, футбол наконец-то возвращается. И все очень этого ждали. Позади межсезонье, впереди сезон. И мы готовы вместе с командами. Начинаем. Мохаммед Салах. И номер 10, Садио Мане. И вот Ливерпуль. Формат ложной девятки предполагает, насколько я понимаю, наличие игрока, способного творчески подойти к решению задач на поле. Да, и мы видим по этой расстановке, что такой игрок у этой команды есть. Состав команды гостей. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Энфилд достаточно большой стадион, но он способен вместить 54 тысячи зрителей. После реконструкции именно такое количество болельщиков он вмещает. А рекорд посещаемости был поставлен в 52-м году на матче против Вулверхэмптона. Когда на матч пришло посмотреть почти 62 тысячи человек. Да, это больше, чем максимальная вместимость, но тут нет никакой ошибки. В то время на стадионе можно было стоять. И так помещалось, разумеется, больше зрителей. Эрнандес. Мяч у соперника. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Может он идти дальше. Садио Мане. И спасает вратарь команду. Хотя выход один на один в пользу голкипера не так уж часто заканчивается. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет. Лоза. Играет он на партнера. И что дальше тут будет? Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля.
Диего Коста. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. И нет больше мяча у Ливерпуля. Пас на ход. Может быть интересно. Отдает он мяч партнеру. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там в свободной зоне. Хендерсон. Фабиньо. Мохамед Салах. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Хендерсон. Играют они в пас. Мохамед Салах. Побил из хорошей ведь позиции, но тут сырая трава сыграла за соперника. Скользкий газон и неудобно бить, и опасно даже моментами. Можно в итоге и травму получить. Александр Арнольд. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Джордан Хендерс. И Налду! Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Очень хорошо сейчас против контратаки сыграла защита. Грамотно перестроились игроки. И как он дальше мячом распорядится? Задел мяч игрока и будет угловой. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю. Правильно. Зачем сохранять мяч у своей команды? Лучше подарить его сопернику. Ходит мяч у них. Отдает он передачу. И дает арбитр. Тут играть остаются они с мячом. Прекрасная игра защитников штрафной. Диего Коста. Потерян мяч Ливерпуля. И перехвачен этот пас. Диего Коста. Ну, все-таки он не распасовщик, а центральный нападающий. Мане! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Салах. Может тут навес получиться. Фабиньо. Джорджиньо Вейналду. Отлично. Игрок заблокировал этот удар. Тему Пукки. Хорошо он идет вперед. Эрнандес. Совсем немного не хватило точности этому удару. Рядом со штангой. Александр Арнольд. И нет больше мяча у Ливерпуля. Сэм Байрон. Дает арбитр, игру продолжит. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Александр Арнольд. Фабио Таварес. Диего Коста. Салах. Катают они мяч. Хендерсон. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Есть у него место для движения. Игрок поспешил, залез в офсайд. И нет больше мяча у Ливерпуля. Мохамед Салах. Эрнандес. И с мячом он идет вперед. Чисто отобран мяч. Диего Коста. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там в свободной зоне.
Хендерсон. Передача на Мане. Здорово он этот удар накрыл. После рикошета мяч уходит в аут. Сэм Байрон. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Идут они в атаку. Мохамед Сала. И что дальше тут будет? Могли забить, если бы не защитник. Итак, первая половина встречи завершена, пока ничья. 0-0. Салах старается сделать что-то полезное и помочь команде, но пока у него не очень получается. По-моему, он занят чем угодно, но только не игрой. Вот мы видим карту его касаний с почти полным отсутствием движения и перемещений. Пока что он мало помогает своей команде. Такой проливной дождь, конечно, должен внести свои коррективы в игру. Посмотрим, как используют такое состояние поля футболисты. Да, это действительно так, но погодные условия одинаковые и для тех, и для других. Поэтому никаких оправданий здесь неудачной игре быть не может. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Диего Коста. Садио Мане. Ливерпуль атакует через фланг, и он накручивает соперников одного за другим. В воротах все мяч уже видели, все, кроме вратаря. Удивительная у него реакция, он просто потрясающе сыграл в этом моменте. Досадно, досадно тренеру, что вперед выйти не удалось, но он подбадривает своих игроков. Потерял атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. В пас он умеет играть, и сегодня очень хорошо это делает. Уверен, они в атаку идут. И пойдет он дальше сейчас. Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Недоволен тренер таким положением дел. Теперь нужно догонять соперника. Один-ноль в нашей игре. Джорджиньо Вейналду. Фабио Таварес. Коста. Мохамед Салах. Хендерсон. Пас на Диего Косту. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Вейналду. Грубый отбор. Тут и желтую видим. И арбитр показывает желтую карточку. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Двух новых игроков на поле решил выпустить Ливерпуль. Фабио Таварес. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Замена будет у нас. Клозе. И
правильно. Долой мяч из штрафной. Играют они в пас. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Мадридский Атлетико сегодня потратил круглую сумму на нового игрока. Это так? Да, сложный процесс по покупке игрока получился. Но игра стоила свеч. Фирмино. Надо сравнивать. Забивай! Вратарь забирает мяч. Вейналду. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Эрнандес. Катают они мяч. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там в свободной зоне. Фирмино. Могли забить, если бы не защитник. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Как же здорово он играет в пас. 20 минут осталось. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Вейналду. Фабио Таварес. Нет, не дошел этот пас до адреса. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Выручил он свою команду. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Отдает он передачу. Ходит мяч у них. И с мячом он идет вперед. Подача. Чей мяч будет? И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Роберто Фермино. Ливерпуль никогда не остается без поддержки своих фанатов. Смотрите, как здорово они их сейчас поддерживают. Эрнандес. И что дальше тут будет? И дает арбитр. Тут играть остаются они с мячом. Штрафной будет. Хороший шанс забить еще один гол после подачи с фланга. Пошла подача в штрафную. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. Играет он на партнера. И как он дальше мячом распорядится? Отличный пас. В ворота мяч все-таки попадает. Они забили еще один гол, увеличив свое преимущество. Прицельно он пробил в левый нижний угол ворот. И вратарь уже ничего не смог поделать. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Около 8 минут до конца основного времени. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Вот это момент у него! И как здорово вратарь играет! С углового подает Джордан Хендерсон. Второй тайм у нас уже, а подвижек на улучшение игры мы так и не увидели. Сплошное разочарование сегодня для Ливерпуля. Соперник их переиграл на каждом участке поля. По сути, большую часть игры на поле была только одна команда. Не знаю, что будет в оставшееся время, но мне кажется, что игроки красных хотят, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее. С фланга он врывается. Жоржиньо Вейналду. Невероятное спасение. Так держать вратарь. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Подает Хендерсон. И забирает подачу вратарь.
Побед Таварес. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Эрнандес. Финальный свисток. Ну что, первый блин комом, да? Ну, начали действительно не очень здорово, но впереди еще много матчей, и все еще можно поправить. Он может быть доволен своей игрой, здорово сегодня помогал команде. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действием. We've got some questions for you. Thank you for answering the questions.